Адель бывает комплексным, а число комплексным. Комплексные числа довольно интересны. Для числа комплексного нужен свой подход. Зачем знать это нужно и что это дает? Из двух частей запишем комплексное число. Действительную мнимую добавим заодно. Для мнимой части чисел G букву добавляй. Алгебраическую форму записи смело получай. По асепсис действительно деление. По ординатам мнимые значения. Квадратный корень из минус одного. Есть мнимая единица, запомни хорошо. Гармонические переменные, чтоб как-то описать. Придумали числа комплексные писать. Радиус или вектор с длиной или амплитудой. Углом или фазой, все движется по кругу. С числами комплексными проще все понять. Резонанс и колебания спокойно рассчитать. В электротехнике резистор, активный компонент. Конденсатор и катушка, реактивный элемент. Чтобы в элементах реактивных сопротивление рассчитать, их в комплексной форме необходимо записать. Для катушки умножай G на чисто и индуктивность, помни, у катушки и активная проводимость. Сопротивление активное добавим, и тогда алгебраическую форму получим. И числа для конденсатора запишем мы комплексное значение. Единицу раздели на G, частоту и емкости произведения. С комплексными числами действия тогда обычно не составят какого-то труда. Действительные части смело вычисляй, потом уже мнимые спокойно рассчитай. Адель бывает комплексным, а число комплексным. Комплексные числа довольно интересны. Для числа комплексного нужен свой подход. Зачем знать это нужно и что это дает?